Всем доброе утро. Начинаю снимать свой кулинарный влог и начинаю снимать его с завтрака. Вот остались бутерброды с черным хлебом, с маслом, сыром. Это муж не доел, может съем пару. Сварила себе вкусную овсяную кашку на молочке и кофе с молоком. Так что так начинается мой день. Так, приготовила винегретик. Что-то мы на него подсели. Перед подачей добавлю просто квашеной капусты. А также я отварила вот такой вот кочан цветной капусты. Мужу я пожарю в кляре, вам покажу. А себе просто отварную покушать. Мне очень так нравится. Так, ну вот моя капусточка в кляре готова. Просто мука. Обваливаем муку, обваливаем яйцо и поджариваем на подсолнечном масле. Такая вот красота. И еще сварила гречневую кашку. Простой вкусный ужин мужу. Пельмешки в сметане. Вот такую вот вкусняшку приготовила мужу на завтрак. Это гренки с детства. Обжаренный хлеб в молоке, в яйце и в сахаре. И чай с лимончиком. Греночки сверху посыпала сахарной пудрой. Вкусно и просто. Ой, вот такое вот вкусное жаркое делаю. Это свининка обжаренная с морковкой, луком, приправки, зелень и картошка. Сначала на функции тушения, потом на функции выпечка. Вот, также добавлю сейчас зелень. Вот так ее храню в этом судочке. Я ее просто мою, чуть-чуть сушу и закрываю крышкой. И хранится она у меня в холодильнике. Сварила борща. Такой на скорую руку. У меня от голубцов оставались вареные кочерыжки, так чтобы не пропала капуста. Безотходное производство. Такой вкусный наваристый борщик получился. Завтрак поджарила вот такие вот тосты на сухой сковородке с колбаской, с салями, с плавленным сырочком, йогурты. Еще отвариваю вареные яички. Просто захотела что-то с майонезом и со свежим помидором. Вот, и еще уже сделала вот такие вот свои традиционные тефтельки. Это говяжье мясо, хлебушек, лук, соль, перец. И два раза по 45 мультиварку на функцию пароварка. Тоже очень-очень вкусно. Хочу с вами поделиться рецептом салатика, очень вкусного. Но я думаю, многие его знают. Это с грибами, с ананасами, с курицей. Не знаю, у нас в семье, вот у свекрови его называли новогодний, потому что в основном готовили на Новый год. Так, для этого нам потребуется. Вот я уже обжарила грибы, хорошо, шампиньоны до такой золотистой корочки с репчатым луком. Сейчас это слой мы смазываем майонезом и добавляем отварную курицу. В данном случае у меня филе. Можно отварить куриные окорочка и так распотрошить. Так, и тоже после курицы промазываем майонезом. Так, положили курочку, чуть-чуть смазали майонезом. Далее мы порезали консервированные ананасы на вот такие не сильно маленькие ломтики, квадратики. Чуть-чуть смазала майонезом. Сейчас наверх ананасов буду тереть куриные яйца. Так, и наверх яиц мы натерли на крупной терке твердый сыр. Можно плавленый сыр. То есть, ну, по вкусу мне и так нравится. В данном случае у меня твердый сыр. Ну, где-то 100 грамм. Вот. И все, и ставим пропитываться в холодильник буквально там на часик. И вот такой вот вкусный салат. Ну да, не из дешевых продуктов, но очень быстро получается и очень так изысканно, скажем так. Так что пробуйте, делайте, я думаю, вам понравится.